Сен онда чыравор Нижний Новгород. Шуралны гунба Нижний Новгород. Дан бахтале сарес, венкос атумы, Нижний Новгород. С днем рождения, Нижний Новгород, на разных языках, но одинаково, с любовью и уважением, они поздравляют город, который стал для них родным. За колоритными костюмами и национальными танцами скрывается русская душа. Только на русском. Сейчас в Нижнем Новгороде живут представители более 140 национальностей. Вместе с иностранными студентами, всего около 1000 человек, они устроили яркое шествие на главной улице города. Наш народный танец, который всегда танцуют при победе. И мы сегодня нашу радость показывали здесь. Мы откуда? Из России! Это объединяет, это сплачивает, это дает людям радость. Понятие, что мы едины, мы живем здесь как одно целое, никаких ссор не должно быть. На Большой Покровской один парад следует за другим. Дружбу народов сменяют мамы с детскими колясками. Одна необычнее другой герой сказок и фильмов, и как настоящая полицейская машина. Я уже на пенсии, дочка еще работает, поэтому, в общем-то, и аксессуары есть соответствующие. Мигалка правдышная, все, жезл праздничный, фуражки тоже правдышные. Ну, будем надеяться, что пойдет. По нашим стопам. Для нас это уже традиция. Семейная традиция. Мы все выезжаем всей семьей, с детьми. Нам нравится процесс создания. Проводим, да, веселое время. А следом уже догоняют уличные оркестры. Здесь барабаны на разный вкус. Это барабан из Африки. Вот, на нем играют руками. Центр. И вот так вот. Один ритм сменяет другой. До самой ночи на главной площади города нижегородцев ждут различные шоу-программы, а после концерта Иванушек Интернешнл – праздничный фейерверк. Виктория Кузьмина, Владимир Гайдай, объективно, НТВ.